Приветствую вас, друзья! Меня зовут Ирина Маркелова-Агапова. Сейчас мы подождем моих друзей. Периодически я веду прямые трансляции. Друзей у меня ВКонтакте хватает, и подписчиков тоже. И люди многие наблюдают за моими действиями, за моими доходами, за моими видео. Наблюдают годами, наблюдают месяцами, и я все больше и больше популяризирую свой бренд, и все больше и больше людей обо мне знают. Всем привет, кто присоединился. Зовут меня Ирина Маркелова-Агапова. В интернете меня знают 4 года как Ирина Агапова, но я уже поменяла фамилию, я Ирина Маркелова. И трансляция называется «Откуда у меня 206 тысяч долларов?». Сейчас все расскажу Юрию, все по порядку. Я их не украла, я не мошенница. Если бы я была мошенницей, то я бы давно уже сидела в тюрьме. Мы ни от кого не прячемся, я их просто заработала. Заработала я их в проекте «Всем миром». Не за один день. Не за один месяц и даже не за один год. Те люди, которые вам говорят, что вступите в наш проект, и вы за один месяц получите 100 тысяч долларов. Ребята, давайте мыслить адекватно, что за один месяц, если вы вложите, например, 20 долларов, или 100 долларов, или даже 1000 долларов, за один месяц вы не станете миллионером, ни рублевым, ни долларовым. Хватит верить в сказки. Это упорный труд. Я в проекте Whole World, раньше он назывался Goldline International, зарабатываю с 2013 года. И в первый месяц у меня не было ни одного заработанного доллара. Во второй месяц я заработала всего 10 долларов. Вкладывала деньги, я потратилась на ноутбук, я потратилась на кресло удобное, я потратила на открытие страничек в социальных сетях, я потратила деньги на сервисы, чтобы набрать вот столько вот друзей, чтобы набрать вот столько подписчиков, и продолжаю набирать целевую аудиторию. И вот те люди, которые сейчас на трансляции, это вы, моя целевая аудитория. Проект работает с 2011 года. И кто говорит, что это лохотрон, пирамида и так далее, я даже не собираюсь тратить свое время на то, чтобы вам что-то доказать. Переводы приходят к нам на единый кошелек Wallet One. Вот как он выглядит для тех, кто не знает. Вот с таким логотипом. Переводы мне приходят каждый день. Вот сегодня пришло 5 долларов от Антона. 15 долларов. 5, 5, 15. Сайора. От людей приходят, я даже их не знаю. По 1,3 доллара нам приходят бонусы от компании. Например, человек зарегистрировал свой аккаунт, активировал за 5 долларов, и мне пришел 1 доллар. 3 доллара приходит бонус, если человек купил бизнес-автомат, и мне приходит 10%. Вот 9 сентября, 9, 8. Переводы приходят каждый день. Моя команда насчитывает более 5000 человек. Вот сами видите, это номер единого кошелька того человека, кто переводил деньги. Почему я этих людей не знаю? Да потому что люди присоединяются к нам со всего мира. Так работает маркетинг. У нас 7 уровней в сертификате. Отличных мы получаем вот по 10 долларов. От команды мы получаем по 5 долларов и по 15, если я стою на 7 строке. Если вы не знаете, как приглашать, у нас есть вот совместная реклама либо бизнес-автомат. А также моя методика, которую разработала я сама, называется она «Приглашай, не приглашай». Даже вот если вы в поиске наберете «Приглашай, не приглашай», вы увидите эту методику. Мой личный доход составил 206 тысяч долларов, 326. Это за 4 года.
Ни за один день, ни за месяц и ни за год. Это кропотливый труд моей структуры. Я работаю со своей командой. И у меня цель стать долларовым миллионером. Рублевым я уже стал. Если мы откроем топ-10 самых эффективных фандрайзеров, вот первые 3 места занимает моя команда. Вот Елена, она уже со мной работает 3-й год. Вот итальянец к нам присоединился буквально, ну, по бизнес-автомату, буквально месяца 3 назад и принес нам уже несколько тысяч долларов. Юлия Бирюкова со мной работает уже с 2014 года, и она тоже стала миллионером. Хотя человек глухонемой, трансляции вести не может, но работает очень эффективно. Каждый день к нам на почту приходят вот такие вот письма от компании, что регистрация нового партнера, либо вот финансовая помощь, смотрите, 443 письма. Вот каждый день. Поздравляем, вам поступил перевод на сумму $5, 15, 5 и так далее. Вот сегодня 9 сентября, 8 сентября. Так, и так далее. Но это еще не все. Еще одна новость, которая может быть вам полезна. Кстати, вот как работает проект, вы можете посмотреть. Здесь у меня в закрепленной записи. Сейчас мы с моим мужем и партнером по бизнесу Борисом Маркеловым проводим розыгрыш. Операция «Смартфон в подарок». Это не шутка. Кто с 1 по 30 число присоединится, вступит в эту группу, окажет финансовую помощь в размере $100, активирует аккаунт за $5, сделает репост и закрепит свою ссылку реферальную у себя на стене. И здесь в комментарии в группе напишет, что является благотворителем, то есть сделает скриншот. Сейчас я вам покажу наглядно, как это делается, чтобы потом не было возмущений, что я выполнил условия, а вы мне приз не дали. Так вот. Вот такой скриншот надо сделать из раздела «Центр управления», что вы являетесь благотворителем в моей команде. У вас в сертификате должен быть либо Борис Маркелов, либо Ирина Агапова, либо оба. Вот до 2018 года, чтобы мы знали, что вы оказали финансовую помощь, вот такой скриншот должен быть обязательно. Смартфон уже куплен, я уже проводила трансляции. Вот моя трансляция в этой группе. Я показываю, как мы забрали этот смартфон. Вот он на фотографии. От 8 до 12 тысяч он стоит. И я думаю, что у каждого из вас есть шанс его получить. Розыгрыш будет после того, когда количество благотворителей в совокупности у меня и у Бориса достигнет 20 личных человек. Если до первого числа не будет 20 человек, значит, мы немножко перенесем. Но розыгрыш в любом случае будет. Поэтому читайте внимательно условия, присоединяйтесь к нам и хватит бегать по лохотронам, по инвестициям, это все пирамиды. А подключайтесь к проекту, которому 11 ноября, ровно через 2 месяца, будет 6 лет. Как я стала миллионером, я веду свой канал на YouTube. Да, кстати, можно перейти прямо отсюда с моей страницы, либо из группы. Вот, нажимаете «Моя страница», сразу переходите, вот мой канал на YouTube, вот моя ссылка. Переходите на канал, и все мои видео, их более 1000. Я веду свой канал с 2013 года. Здесь приветственное видео и по плейлистам, как я переехала из общежития в трехкомнатную квартиру, как я делала ремонт, вывод денег, как развивалась моя структура, как я находилась в топе каждый месяц, все-все видео вот по плейлистам, обучающие вебинары мы ведем, как мы пользуемся роботами, какие рекламные площадки мы используем. Причины, почему люди выбирают проект «Всем миром».
Ну, для души. Мои путешествия и так далее. Путешествую я не менее 3 раз за год. Ну, вот за лето я была 2 раза за границей и 1 раз летали мы по России. Так что, друзья, ссылка я вам сказала, где. Всем желаю удачи в розыгрыше смартфона и всем пока.